Добрый день, на связи журналисты Open TV Media. Находимся в центре города на улице Короленко, 21. Здесь произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительной версии, автомобиль патрульный выехал с полосы одностороннего движения, чем нарушил правила дорожного движения, но в данный момент мы ожидаем комментария сотрудников полиции. Они сказали, что в ближайшее время они нам дадут комментарий, так что в данный момент вот заниматься составлением административных материалов. Как видите, здесь только полоса в одну сторону, только вверх. По какой-то причине сотрудники полиции ехали вот как бы сверху. Сейчас надеемся получить комментарий по этому поводу. Что же здесь произошло?